один человек погиб в результате мощных наводнений на восточном побережье Австралии. Associated Press сообщает, что жертва – водитель автомобиля, который застрял на дороге. Вода быстро поднялась, и он не сумел выбраться из машины. Спасатели обнаружили погибшего днем в среду по местному времени, пока его личность не установлена. Трагедия произошла на северо-западе Сиднея. Власти, включая главу Кабмина страны Моррисона, говорят, что хотя ливни закончились, опасность для жизни людей сохраняется. Эвакуация для многих тысяч остается в силе. Уровень воды в реках продолжает подниматься. Водосборные бассейны по-прежнему находятся под напором потоков. Мы не видели ничего подобного на протяжении полувека, а то и столетия. На помощь гражданским пришли армейские подразделения. Центральные власти почти удвоили количество военных. Вначале сообщалось о 700, а сейчас уже 1100 человек личного состава брошены на помощь. Помощь пострадавшим. Невероятные погодные условия, то дикий ливень, то 40-градусная жара, и леса горят. Ужас. Я-то счастливчик, а вот на соседней улице людям не так повезло. Там затоплены нижние этажи домов, да и перед домами озеро. Свыше 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища в самом густонаселенном штате Австралии. Ликвидация последствий стихийного бедствия может занять не менее месяца.